Референдум в Нидерландах начался, избирательные участки открылись в 7:30 утра по местному времени и закроются в 21:00. По Украине это будет 22 часа. Первый экзит-пол будет доступен уже тогда. Мы ведем пока свой маленький экзит-пол тут в Амстердаме. Пока его результат нам нравится, но, конечно, он не показателен, потому что он проходит только в одном городе, в Амстердаме. Явка небольшая, большой активности избирателей нет. Понемногу люди идут, в принципе, всех возрастов. Интересно, что в Нидерландах можно агитировать в день референдума. В общем, вы понимаете, чем мы тут занимаемся и стараемся выбить каждый голос, потому что мы считаем, что каждый голос важен. Напомню, что уже такая одесская здесь делегация находится с субботы. Мы провели такое пиковое мероприятие в воскресенье, велопроезд Гага-Амстердам, где десятки украинских велосипедистов вот в украинской форме, в украинских цветах проехали через города, городки Нидерландов. Мы общались с людьми, мы показали им, что мы говорим на одном языке, языке велосипедов, здорового образа жизни, свободы и демократии. Что мы такие же европейцы, как они. Это была очень значимая акция. И нас встречал в Амстердаме министр иностранных дел Нидерландов. Кстати, хочу сказать вам, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте уже проголосовал и тоже призвал соотечественников поддержать Украину. Ну, держим кулаки, что называется, будем дальше следить за развитием событий. Каком бы ни был результат референдума, Украина продолжит свое движение в Европу. И, конечно, всем бы нам хотелось получить положительный ответ. Соцопросы не в нашу пользу, последние, которые выходили. Настрой людей, сказать сложно, с теми настрой людей разные. Но проблема в том, что каких-то людей против Украины, которые настроены, мы не видели. Но тут очень много людей, так называемых евроскептиков, которые вообще скептически настроены к Евросоюзу. И они будут голосовать против. И, к сожалению, Украина здесь может просто оказаться заложником внутренней повестки Нидерландов и внутренней повестки Евросоюза.